Криминальная хроника. Самарские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Преступление произошло в одном из домов Кировского района Самары. Прибывшие на вызов сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили потерпевших и провели поквартирный обход дома. Ориентировка на предполагаемого преступника была передана всем патрульным нарядам. В городе объявили план-перехват. Сотрудникам органов внутренних дел удалось в течение 3 часов провести комплекс мероприятий, установить, в какой такси он сел, и в последующем по системе единой дислокации сотрудникам ГИБДД удалось его задержать. Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.